В ноябре Приморье ожидает выпадения осадков. Предполагается, что снег пройдет в 20-х числах. Как сообщает гендиректор Примавтодора Алексей Шершов, предприятие уже заготовило противогололедные материалы, чтобы отражать атаки белого врага. У нас на эти два месяца предусмотрено 4500 тонн соли, условно 45 тысяч кубометров песчано-соляной смеси. Из них 1000 уже находится на базах, и 3500 что-то отгружается, что-то уже в пути, что-то в Хабаровском крае, в Амурке. То есть это идет непрерывно. То есть это очень большой объем, и она постоянно нам поступает. Специалисты предполагают, что основной удар примут на себя южные районы Приморья. И вовсе не из-за того, что снега будет много. Большую опасность для жителей юга создают перепады температур, влекущие за собой наледь и гололед. Для работы в сложных местах, как правило, перевалах, будет заранее располагаться необходимая техника. У нас на сегодняшний день готово 170 комбинированных дорожных машин, 90 автогрейдеров, 70 тракторов со щетками, 40 погрузчиков, которые тоже участвуют у нас в уборке снега. В целом мы готовы. Но это и показал вот предыдущий снегопад, что мы с ним справились. В компании отмечают, что этот год выдался весьма продуктивным, в отличие от предыдущего. Благодаря повышенному финансированию удалось даже перевыполнить план. По факту предприятием было обустроено 200 тысяч метров дорог вместо 150, а недавно завершился ремонт на трассе Раздольная-Хасан длиной в 7,5 километров. Кирилл Самойлов, Денис Фадеев, новости на Восьмом.